мальчишкой я нашел брошенного волчонка в лесу за нашей фермой. Я думал, что установлю правила, какие-то рамки, и смогу усмирить природу зверя. Полгода спустя, на охоте, волчонок накинулся на меня. Но сейчас мы пытаемся исправить ошибки мстителей. Нелюди больны. Безграничная власть опасна, гибельна. Тебе повезло остаться в живых. Давай, Камала. А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. А если мстители подставили? Вы сами посмотрите. Вдруг мистер Старк поможет. Привет. Прости, а ты кто? Камала. Сейчас посмотрим. Он закрыл Кэпа в реакторном отсеке и пытался угнать Химеру. Твою же... Вы что, все в конец обезумели? О, где ты был, когда на Земле начался ад? Это наша вина. Общее. Ты думаешь, миру будет лучше без нас? Да. Вот в чем твоя проблема. Ты бежишь от себя самого. От своей сути. Прекрати. Именно этого и хочет Тарлтон. Вы боретесь с неотвратимым, неизбежным прогрессом, мстители. Силу невозможно сдержать. Ее нужно уничтожить. Я избавлю Землю от суперсил. Даже если они исчезнут со мной. А вот это уже очень странно. Репортаж с практики АИМ на Манхэттене и наблюдаем возвращение мстителей. Но они напали на город! Снимай! Снимай! Случайно ли то, что нападение совпало с днем старта новой многообещающей программы адаптоидов АИМ? Пожалуйста. Спасибо. Учтите, я в очень дурном настроении. Это что, Тор? Ума сойти, Тор! А ты откуда взялся? Я обслуживал простолюдинов, когда с неба пошел дождь из металла. Я неимоверно рада тебя видеть. Многовато драмы, если помню. Да неважно, он с нами. Итак, ложный бог вернулся. Зачем? Ты сделал то, что должен был. Отрекся от своей силы. Зачем напоминать о себе? Этому не бывать, пока смертные в беде. Где ты прячешься, Докер? Почему не сразишься со мной? Оглянись! Я повсюду! Что это за штуки? Они пробиваются на мостик! Тарлтон их сделал, чтобы разбить Химеру. Забавные штуки, да? О, привет! Как старые добрые. Вижу корабли АИМ. Я их вижу! Роботы на тебе! Thank you.
Камала, в порядке? Ага. Ня. Сейчас буду. Халк, справляешься? Кто этот ребёнок? Потом объясни. Не бойся, она справится. Химера, продолжай терять высоту. Тор, сможешь поддержать ее ветром? Корабль разорвет на части! Причем быстро! Признаю, крепкие штуки! Глядите-ка, вот чего добивается Тарлтон. По его плану мы устроим теракт на практике АИП. Не в мою смену. Химера больше не упадет. Несколько дронов движутся к капитанскому мостику. Я сейчас занята. Я ими займусь. Отлично. Охранные подсистемы подключились. Все работает. Можешь включить блокировку? Этим и занимаюсь. Я могу сам разобраться. Это не нужно. Это там фишка. Народ, Химера долго не продержится. В двигательном отсеке почти все разгромили. Тарлтон, не делай этого! Вы не оставили мне выбора. Тебе знаком этот щит, Старк? Очень оригинально. А дальше что? Прическу мою скопируешь? Ущерб уже нанесен, мстители. Открыть дебрё! Камала, Тони, на перезапуск двигателей не хватает мощности. Все, время вышло. Приготовиться к удару! Эй, ты бог грома! Встаньте за меня! Слушай, давай!